Здравствуйте! Интернет-магазин «Умная игрушка» представляет электронный звуковой плакат «Азбука детской безопасности. Знаток». Включите это красочное пособие, чтобы рассказать ребенку о правилах поведения в экстренных ситуациях. Здравствуйте! Вы включили говорящий плакат «Азбука детской безопасности». У плаката три возможных режима. Пояснение. Нажимайте кнопки с буквами алфавита и внимательно слушайте правила поведения в ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Попытайтесь их запомнить, и это убережет вас от неприятностей. Нажимайте на кнопки с изображениями букв, чтобы прослушать информацию об опасных ситуациях. Буква Ж. Животные. Не трогай и не дразни незнакомых животных. Увидев бегущую собаку, замри на месте. В случае укуса срочно обратись к врачу. Экзамен. Прослушайте вопросы и постарайтесь правильно ответить на них. После двух неправильных ответов прозвучит следующий вопрос. Прохожий медленно идет, когда под снегом скользкий. Конечно, когда на дороге лед, надо идти медленно и осторожно. Звуки. Играет детская песенка о правилах безопасности. Вы можете регулировать громкость. Пополняйте знания ребенка об окружающем мире.